да, принять частички своей души, которые сейчас готовы к вам вернуться. Да, направляйте свой взор, свой зов, да, в сторону окна, в сторону света. И, соответственно, первый зов будет призывать частицы вашей души, и они начнут собираться домой. Второй зов собирает частицы во Вселенной. Третий зов открывает проход для возвращения и призывает, притягивает ваши частицы. И мы обращаемся к светлой силе Вселенной, духовным наставникам, учителям, хранителям, помощникам, ангелам высшей группы Нихама. И я повторяю, я буду говорить про себя, а вы будете говорить про себя, повторяю свои. Я Мария Марьяна Колесник. Провозглашаю на всю Вселенную и призываю все частицы моей души. Разбросанные где-то. Вернуться к ядру моей души и соединиться воедино. Я провозглашаю этот призыв на всю Вселенную. Я посылаю его по всем направлениям и сторонам света. В воздух и в землю, в воду и в огонь. Во все места и пространство Вселенной. Пусть мой зов услышат все. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов, позволяя себе принять этот зов и давая время Вселенной, пространству услышать его. Я, Мария Марьяна Колесник, объявляю всем частицам души моей. Потерянным во Вселенной, украденным кем-то или подаренным кому-то. И призываю вернуться ко мне и воссоединиться в одну единую душу мою. Это только моя душа, и только я имею право владеть ею. Так как она является мною, а я ей. Сделайте еще три глубоких вдоха, выдоха. И сейчас можно обращать телесное внимание на область солнечного сплетения, потому что часто части души заходят именно сюда. Я, Мария Марьяна Колесник, обращаюсь ко всем частичкам моей души. Которые возвращаются. Воссоединиться воедино в одну единую душу мою. Я нуждаюсь в вас и хочу вас. Я нуждаюсь в вас и хочу. И сейчас позвольте ощутить себе, да, что происходит с физическим телом, что происходит с, может быть, эмоциональным состоянием. И часто в этот момент видно, как искорки, разноцветные шарики заходят в область солнечного сплетения. И мы дыханием распределяем их по телу. И помните, что если вы видите частички, которые повреждены, просите ваших животных, ваших учителей исцелить их и вдыхайте только исцеленные части души. И это продолжится еще некоторое время. И сейчас мы будем делать личное закрытие круга, каждый сам для себя. Но пока дадим время на то, чтобы все частицы, которые готовы сегодня прийти, уже пришли, чтобы они заняли свое место и пространство внутри. Чувствуете, как внешний круг поддерживает вас, да, позволяя вашим процессам исцеления, нашим процессам исцеления происходить. И после этого вы обнимаете себя, вот прям вот так вот,
Вот как. Знаете, когда тебя можно баюкать, когда тебя можно... Говорите, что я, Мария Марьяна Колесник, обращаюсь ко всем частицам своей души. Которые вернулись. И благословляю вас с возвращением. И благословляю вас. Я обращаюсь к моей душе. Прошу ее воссоединиться со мной. Я не хочу конфликтовать с моей душой. Я прошу прощения у моей души. Еще раз, я прошу прощения у моей души, я прошу прощения у себя. Что создала предпосылки для раскола и потери. Я не осознавала этого. Я прошу тебя, моя душа, наполнить меня своей силой. Наполнить меня своей любовью. И сейчас мне духи говорят, что можно и важно дать песню «Сила, которая поможет исцелению», да? И каждый может обратиться внутрь себя и услышать то, что сейчас идет. Я буду петь для вас. Слышите, да, и пойте для себя, для своей души, для своей ценности, ресурса. Спасибо всем участвующим.